Вы никогда не сможете сопоставить то, что видели, со своей собственной жизнью. Годами ты мысленно готовишься умереть, и вдруг ты все еще жива. Я думал, что со временем это оставит меня. Я хотел все забыть. Но эти воспоминания никогда не покинут вас. Чтобы показать, до какого состояния были доведены эти люди, нужно было снимать очень близко. Это было против всех правил военных кинооператоров. По инструкции мы должны были снимать все, что может послужить доказательством того, что это действительно происходило. Это может послужить уроком для всего человечества. Я почувствовал, что должен внести свой вклад в этот фильм. Я помню, что он говорил: «Снимайте каждый план как можно дольше, чтобы не было возможностей для фальсификаций». Фильм Бернстайна был сделан с самыми лучшими намерениями, но в какой-то момент он стал политически неудобным. Это очень мощный фильм, созданный лучшими операторами и сценаристами того времени. Здесь вся человеческая история. Если мы не усвоим урок, которому нас учат эти кадры, наступит ночь.